Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но это продолжение темы о самолетах, о том, как самолеты бьются у нас хвостами в взлетно-посадочную полосу, непонятно, как летают, не могут сесть, не могут долететь. Еще одна новость, послушайте, но теперь она более такая с изюминкой. Самолет с российским эстрадным певцом, не более не менее, Филиппом Киркоровым на борту не смог с первой попытки приземлиться в московском аэропорту Домодедово. Музыкант со своими детьми возвращался в Москву из Варны рейсом авиакомпании S7. По информации издания, лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу при посадке настолько сильно, что не смог сесть в Домодедово, после чего пошел на второй круг. Ну, вообще 12 килограмм, по-моему, или 10 Киркоров скинул, пусть не сочет за обиду, так сказать, или за какую-то критику, это шутка, конечно. Значит, экипажу удалось успокоить пассажиров, пилоты успешно посадили самолет со второй попытки. Значит, что я хочу сказать? Ну, что это такое опять? На борту находится уже король поп, так сказать, индустрии, Филипп Киркоров. И уже даже там, где он находится, то есть многие говорят опровержение, где ударился самолет, когда ударился. Ну вот вам Киркоров уже расскажет, что настолько сильно ударился шасси о взлетно-посадочную полосу, что был вынужден уйти на второй круг. А если бы шасси треснули, лопнули, и что-то случилось, и Киркоров с детьми выжил, вы знаете, сколько вони было бы? Вони было бы столько, что схватило бы на год, а то и больше. А ранее, в июне, самолет Airbus A319 авиакомпании Сибирь S7, выполнявший рейс Москва-Астрахань, совершил аварийную посадку. На борту авиалайнера находилось 89 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. А причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна. Я спрашиваю еще раз Росавиацию. До каких пор самолеты в России будут летающими гробами? До каких пор? Вот в Китае взяли, закупили 300 Боингов, и они летают спокойно, новых. Не тех, которые падали и которые сразу немедленно запретили по всему миру, да? А ежесекундно, я читал, по-моему, каждое, я сейчас уже вот не помню, но у меня видео есть. В общем, одновременно всегда в небе 1200 Боингов находится. Понимаете? Что мешает нам? Наверное, отсутствие денег, потому что у нас мнимые бедные и ленивые бедные. Посмотрите, мои видео есть, да, которым нищим нечем платить. Что мешает нам закупить нормальные судна воздушные? Почему у нас летают самолеты, которые летали в Африке по 30 лет? И когда закончится этот беспредел? Когда он кончится? И это специально делается для того, чтобы мы все на ЖДшке поехали через, как раз недавно сообщается, значит, последний уложили рельс, значит, ЖД-путь в Крым. Можно на поезде доехать, ребят, без проблем. И самолеты все вышли из строя, потому что все мы должны поехать на поезде в Крым. А я еще раз призываю, что у Люфтганзе за всю историю существования компании ни одного не было момента, чтобы самолет вышел из строя. Почему? Потому что немцы имеют руки, имеют глаза и нормально все делают. И попробуйте там купить какой-нибудь сертификат летной годности. Хрен вам, сядете хрен знает на сколько. Сколько еще мы будем садиться в самолет и бояться, что мы не долетим? Я после всех этих новостей вообще в самолет боюсь садиться, понимаете, в чем дело? Потому что это чудовищно по своей сути, абсолютно. Абсолютно чудовищно. А я летаю именно авиакомпанией S7. До какой поры мы это будем терпеть все? И до какой поры, самое главное, мы будем садиться в самолет и понимать, что неизвестно, как я говорю, что раньше наступит? Город прилета или следующая жизнь? Пишите свои комментарии, ребята, подписывайтесь на канал. Пишите, боитесь ли вы летать, испытываете ли вы страх при полетах. Вот в свете всех последних событий, может быть, вы испытываете какие-то. И пишите о неизвестных нам фактах, я имею в виду СМИ, мне, блогерам, о неизвестных фактах того, какие инциденты происходили совершенно недавно. Не надо писать, что 10 лет назад было, а недавно. В самолетах, на которых вы летали. Это очень интересно. И авиакомпания обязательно указывайте. Всем пока, ребята, до встречи. Сделаем общеполезное дело.